Я преодолеваю себя или нет, например? Это вот я не знаю ответа на этот вопрос. Так, если со стороны посмотреть, это постоянное преодоление слабости, усталости, нагрузок каких-то, постоянная какая-то борьба. Вот. С другой стороны, смог бы я по-другому? Я не знаю, вряд ли. Является ли это в таком случае преодолением? Вопрос. Но, конечно, те, кто такие терпилы, как я, с этим своим бесконечным преодолением, должны себя тренировать на ощущение радости, получение удовольствия, на тепло, потому что иногда мы можем быть слишком холодны из-за того, что преодолеваем и тащим груз, так сказать. Так что тут такая дихотомия.